Так, всем привет. Ну, это больше видео для группы, но выставлю тоже в YouTube. Так, быстро пробегусь, потому что много машин завезли. И чтобы каждую не фоткать, не выставлять, выставлю также и в группу это видео. Короче, эта машина продается. 308. Да, 1100 за него, по-моему, просят. Эту не помню, эту продал уже. Синик. Он на разборку, движок уже проданный. Хотя была на ходу, все нормально, но... Движок попросили, пошла на разборочку. У меня пробег, по-моему, 150 был. Ладно, это разборка. Так, быстренько покажу машинки. Если каждую фоткать и выставлять в группу в Фейсбуке, то сами увидите, какие машинки есть сейчас на территории. Это быстрее будет. Зафира тоже на разборочку пришла. Да, кто еще не в группе, приходите в группу, там я фотки выставляю, какие машины приходят на разборку. Так, эти я продал, эти уже приезжают ребята разбирать. Ну, а так, быстро пробегусь, смотрите. Две Корсы вчера прилетели, тоже разборочка. Пару Гольфов привезли шестых. Так, что там у нас еще есть? Даже не помню, что попривозили. Так, Audi 3, нет, она, по-моему, на этой неделе приехала. А, Туранчика привезли, по-моему, 11-12 год. Но движку жопа. Автомат. Она и на разборку, как бы можно и комплект у нее купить. Я спрашивал вчера. Она за нее 2000 хочет. Но не заводная. Это таксист. Такой не очень красивый. Там мятина, там что-то пробито. А вот вся информация по нему. А, 12-й год. И все, больше ничего не знаю. Ладно. Так, разборочка. Да, Audi. А, Audi я сейчас, по-моему, будем заводить. Попробую продать ее. 3.2 бензин. Ну, продать на разборку. Ребята приедут, разберут. Дальше. Такая красавица пришла. Тоже на разборочку. Хотя некоторые машины можно еще и комплектом продать. Если кому-то сильно интересно, просто звоните мне. Так, это тоже пришла на разборку. Ну, короче, как-то так. Чтобы каждую машинку не бегать, не фоткать, потому что пока сфоткаешь, пока посмотришь, пока выставишь, блин, много времени занимает. Сейчас времени нет, потому что ко мне ребята приезжают разбирать, вон, их машины стоят. 32 машины купили. Сейчас будут разбирать. Кстати, они уже должны быть сейчас. Так, Рыжик приехал, ну, он такой красивенький, наверное, на продажу пойдет. Транзиты. Там пару штук, а не, там Пежо какой-то, по-моему. Да, это продано. Вот, Тигра вчера еще приехала на разборку. Во, это машины ребят. Сейчас должны приехать, начинать разбирать. И потом контейнер. Там у нас движки, но вы же, думаю, все знаете. А, вот еще что-то приехало. А, продано Лео. То бишь, я ее уже продал, сам даже не помню, представляете. Оказывается, я ее продал. Ну ладно. Ну, одним словом. Как-то вот так. Все, кому интересно, переходите в группу в Фейсбуке. Ссылочка будет в описании. И там я уже выставляю фотографии, какие машины приходят. Ну, кроме этих, потому что много времени займет. Вчера, не знаю, машин 12 завезли. Все, всем спасибо.